Ададанам стинам дантай иридам джаче пунаха пунаха симадрупа падам буджадхари свам джанма джанмани Ададанам стинам дантай иридам джаче пунаха пунаха симадрупа падам буджадхари свам джанма джанмани Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад told those who are coming to Gaudiya Math Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами такой Прабхупад сказал, что те, кто приходит в Gaudiya Math, чтобы но использовать это божественное знание в своих корыстных целях, то у них нет никакой связи с Gaudiya Mathом. Те, кто неискренне приняли прибежище в Gaudiya Mathе, те, кто пришли в Gaudiya Math, чтобы пользоваться этим божественным знанием, которое находится там, у них нет никакой настоящей связи с Gaudiya Mathом. В предыдущий день я говорил, что наивысшая цель нашей жизни стать пылинками на Рупа Госвами Пада. А сегодня день ухода от Джива Госвами Пада. Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, everybody speaking today is the disappearance day of my Guru Pada. Все говорят, что сегодня день ухода моего Гурудева. But I think it is the appearance day of my Guru Pada. Чувствую, что это день явления моего Гурудева. Because nobody can see my Guru Maharaj. Никто не может видеть моего Гурудева. But I find my Guru Maharaj inside my heart. Но я вижу, что он присутствует в моем сердце вечно. This is the secrecy of Gaudiya philosophy, Gaudiya bhajan. Секрет Гаудии философии, Гаудия бхаджана. Никто не может понять, если они не получили милость Гуру Варга. All our Guru Varga, they are in line with Шрила Прабхупада. Гуру Варга находится в той же наставнической преемственности с Рупой Госвами Падом. И Шрила Прабхупад говорит, что это наивысшая цель нашей жизни – стать пылинками на лотосных стопах Рупы Госвами Пада. Предыдущий день я говорил более подробно о том, что имеется в виду стать пылинками на лотосных стопах Гуру Варги. Я объяснил значение этого, но тогда я не смог более глубоко объяснить. Вот это шлока. То есть я хочу объяснить сначала эту шлоку, и потом буду более подробно говорить о дне ухода Шрилы Джива Госвами. I was speaking about this topic. И вот я говорил на эту тему. Ancient time, и в то же самое время обычное правило было. The king, they arrange one big sabha. Царь он организовал большое собрание. And they call all big maharajas. И всех махараджи, всех super personalities, всех великих личностей звали на это собрание. Maharaja, they want to bring them. They used to invite them. And the daughter of king, the daughter of king, she is going to choose his own husband. This was the usual rule. Adho Guru Padasvaya Tasmat Krishna Dikshadi Shikshanam. Usually we know. Думаю, то есть собирали кандидатов на женихи, дочери царя, и вот эти. We take diksha, then we take shelter. Дочери царя, они выбирали себе мужа. But why I give this example? И вот, и также, но подобным образом мы должны выбирать себе гуру. Почему я привел этот пример? You can remember. Вы можете помнить, что Наротам Такур принял прибежище у Локанатха Госвами. What was the procedure?
Как ваша процедура была? Вы помните? Локнат Госвами is a niskanchan. He never want to make any disciple. Локонат Госвами был полностью отречен. Он не хотел иметь никаких учеников. Он был очень смирен. Ему не нужны были ученики, но Наротам Тхакур хотел принять прибежище у него. Но он не был готов принять его как ученика. И вот вы можете помнить, что хотел совершить какое-то служение для него. И вот утром, когда Локнат, в то время туалетов никаких не было, то есть, ну и во Вриндаване сейчас особо нету. Но те, кто живет так очень отреченной жизнью, вот они ходят по нужде в поле. This way, day after day, вот так Наротам Тхакур потом ходил и убирал все в том поле. И вот так Наротам он совершал служение, а Локонат потом заметил и подумал, кто это все организует. Я должен посмотреть, кто это. И вот однажды Локонат Госвами спрятался и смотрел, увидел, что Наротам Тхакур, сын царя, он пришел и совершает это служение. И тогда Локонат Госвами, он пришел, подошел к нему, обнял его. He was bound to give diksha to him. И он был вынужден дать посвящение дикше ему. So you can follow this system. И вот вы можете следовать этому примеру. Шрила Кеша Госвами Махарадж. Вот вначале он встретил Шрилу Прабхупаду, и после этого он был полностью привлечен его личностью. Then he took shelter of. И тогда он принял прибежище у Шрилы Прабхупады. Это такова система. This is the system. Такая последовательность, которой мы должны следовать. То есть мы должны чувствовать влечение к Гурудеву, мы должны вдохновиться им, принять этого Гурудева всего сердца, поскольку решение мы не сможем изменить последствия. И таким образом можно видеть, что Шринивасачарья Ачарья Рамачандра Кавирадж, Шимананда Прабху. Они все получили дикшу таким образом, но сейчас система совершенно другая. В Харибхакти Виласе говорится, что вы, если вы хотите принять прибежище у лотосных стоп некого саду, вы должны смотреть, наблюдать за ним, пытаться понять его, хотя в вашем материальном состоянии вы полностью не можете его понять, но так или иначе можно понаблюдать за ним, кто есть кто. И как мой Гуру Пад Падма, тот, как этот саду совершает баджан. То есть, в примере с настоящим садгурой, с вайшнавом, все 24 часа в сутки совершает баджан, и никаких промежутков у него все время занято служением. Неважно, спит или чем-то занимается, он все время совершает баджан. Нойрантарджа, in Sanskrit it is called uninterrupted bhajan. Нойрантарджа. Непрерывным баджаном без промежутков, без перерывов. Иначе это для него невозможно освободить обусловленную душу. И вот такова система. И поэтому я сказал вам. И вот в моей жизни такое же самое случилось. Я искал Гурудева, у кого же принять прибежище. Я как бы осознавал, что мой Гурудев, он очень возвышенный, очень такой святой, но я не знал, кто он. И вот однажды я со всеми саду поехал во Вриндаван.
Ну, все получил даршан божества, получил прощение. И однажды я зашел в один книжный магазин, какая-то книга мне нужна была. Я не знаю, но как это случилось, что случайно взял какой-то журнал и увидел фотографию одного саду. Я понял, что это мой Гурудев. Я не знаю, но кто-то внутри меня сказал, что вот это твой Гурудев 100%. И таким образом я принял его. Сила Бхакти Прамода Пури Дева Госвами Махараджа, как моего божественного учителя, моего Гурудева. Но вы можете вспомнить, что Шрила Прабхупада говорит, что те, кто приходит с какими-то неискренними желаниями, с какими-то желанием как-то пользоваться Гаудия-матхом, то у них нет никакой связи настоящей с Гаудия-матхом. Из Гаудия-матхом. Гаудия-матх, он трансцендентен, он вечен. Гаудия-матх, он снизошел с той вечной обители, обители Голока Вриндавана. И что вы имеете в виду под Гаудия-матхом? Я объясню более детально. Но сейчас времени нету, но знаете, наверняка, что Гаудия-матх – это место, где Рупа Госвами Пад. Вот в этой шлоке. Что это Вриндаван? Вриндаван – это место, где вы можете найти Радха Говинду. All sakhis, и всех саки манджари, они служат Радха Говинде для их полного удовлетворения. Они служат им. Это место. Also you can say Vrindavan is the place. И также можно сказать, что Вриндаван – это место, где Шри Чайтанья Махапрабху он принимает служение от всех своих спутников. This is called Gaudiya-math. То есть Гаудия-матх, вот это место, где можно полностью удовлетворить Верховного Господа на 100%, это называется Гаудия-матхом. Там, где можно с помощью санкиртаны, нама, яги удовлетворить Верховного Господа, то это место называется Гаудия-матхом. Гаудия-матх – это место, где все полностью посвятившие себе души, for the cause of они служат devotion, for the cause of devotion there, for the cause of Chaitanya Mahaprabhu seva, служат преданности и Chaitanya Mahaprabhu. То есть это Гаудия-матх, это место, где там где непрерывно совершается харикиртан, и это место называется Гаудия-матхом. И вот сейчас я хочу обсудить о Шриле Джива Госвами, о наивысшем ачарье. И вот согласно Шриле Бхактивинода Тхакура, Джива Госвами Пад, он татва ачарья для нас. Джива Госвами Пад, можно много говорить о нем. И среди шести Госвами можно найти Джива Госвами Пад. Он Джива Госвами Пад. В Кришна Лиле, во Вриндаване, он Виласа Манджари. Он всегда совершает сева на 100%. Rupa Sanatan, you heard the name of Rupa Goswami Pad, Sanatan Goswami Pad. Rupa Sanatan, вы Анупам, вы слышали их имена. Rupa Goswami Pad and Sanatan Goswami Pad. Goswami Pad и Sanatan Goswami Pad, вы знаете о них. He is actually nephew of Rupa Goswami Pad and Jiva Goswami Pad.
как бы родственник в материальном плане, но мы не должны говорить об этом, поскольку Шрила Бхактисиддханта Тхакур никогда не говорил, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он его сын, он никогда не говорил об этом. И также Шрила Прабхупада, он никогда в своей жизни не назвал Бхактисиддханта Тхакура своим отцом. Но есть много глупцов, которые так считают. Они ничего не знают на самом деле. Их связь она полностью отличная, она полностью другая. Шрила Бхактисиддханта Тхакур, он всегда уважал Шрилу Прабхупаду. Он никогда не думал, что он мой сын. Шрила Прабхупада тоже говорил о Шриле Прабхупаде, как о своем гуру, прежде всего. Он видел Радхарани, которая присутствовала в нем, и он никогда не видел своего, его как своего отца. Но так или иначе, таким образом, he is the son of Anupam. И вот он был сыном Анупама. He is the son of Anupam Goswami. Anupam Goswami is the Anupam Goswami, он был brother of братом Rupa Goswami Pada, Sanatan Goswami Pada. Junior brother. Младшим братом. So for long time. И вот долгое время. Rupa Goswami Pada и Sanatana Goswami, они совершали баджан таким скрытым образом. Они вечные спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. Rupa Goswami Pada, Rupa Manjari, Sanatana Goswami Pada, Lavanga Manjari. Это их отождествление. И те, кто совершает настоящий Гауди Бхаджан, они обретают двойное благо. И вот те, кто совершает настоящий Гауди Бхаджан, они впоследствии получат сразу два обретения. Что это значит? Что они могут, когда они достигнут Васту Сиддхи, я впоследствии об этом буду говорить. Если вы докажете, что вы совершаете баджан на 100%, тогда я могу на более сокровенный сильно говорить о Васту Сиддхи и Сварупа Сиддхи. То есть эти две вещи. Васту Сиддхи значит realization, 100% realization, who is you, you can realize. Что вы осознаете, кто есть я, то есть вы осознаете вашу вечную связь с Кришной, каково ваше служение в том духовном мире. В Васту Сиддхи вы можете обрести какой-то. So you see, when you are Vastu, you can attain Vastu Siddhi, you can get double benefit. Как сказать? You can get the seva of Gauda. Я потом скажу. То есть, you can get the seva at the same time. Ты совершая Гауди Бхаджан, можно получить служение в Гурадхаме и в Раджадхаме. How is that possible? А как это возможно? Джива Госвами Пад говорит об этом. So you can get более подробно. И вот вы можете обрести гору Севу в Гурадхаме и во Враджадхаме. Вы можете получить два этих обретения одновременно. И вот под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху, если вы совершаете баджан, вы можете получить это двойное благо. И те, кто совершает Кришна баджан, successful, but they are not без, getting this facility. Без руководства Шри Чайтаньи Махапрабху они тоже иногда становятся успешными, но то есть если без Шри Чайтаньи Махапрабху совершает свой баджан, вы тоже можете обрести Кришна Прему, но она не полная будет. Но если мы совершаем баджан в наставнической преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху, если вы тогда там обретете Кришну, то это полный Кришна. Иначе вы что-то обретете, но это не будет неполное.
Actually, point is there. И вот на самом деле. There is some fighting about this topic when Jiva Gosvami took birth. Вот есть много разногласий, когда Джива Госвами Пат, он явился. Но сам осознавшийся себя душу, как Шрила Бхактивинода Тхакур и один святой с Шамананда Паривара, Вишвамбарананда Дев Госвами. И вот И вот из других мест мы получаем какие-то явные указания насчет этого. Так он также написал о Дживе Госвами Паде. И вот в Саджана Тошине. Находим, что кто-то говорит, что Джива Госвами Пад явился в тот же год, когда Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира, кто-то говорит так. Кто-то говорит, что Джива Госвами Пад Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это не совсем правильно, поскольку из Вриндавана Ванамали Госвами мы от него получаем какие-то документы, у него есть, что когда Махапрабху отправился в Рамкели, это северный Бенгал. И все спрашивают, почему Махапрабху отправился в Рамкели, почему туда пошел, во Вриндаван шел. Это не совсем по пути, но Махапрабху говорит, что никто не знает, почему я пришел сюда. Я пришел сюда, чтобы встретить Рупу и Санатану. Но никто не знает. То есть он как бы пошел в Вриндаван, но пошел в другую сторону. А почему? И Махапрабху говорит, я пришел сюда, чтобы встретиться с вами, с Рупой и Санатаной. We get some clue that time when Rupa Sanatana Goswami came. Из этого можно понять, что когда Рупа Санатана не пришли, это была ночь около часу ночи, чтобы встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху. And that time. И в то время. That time actually. Jiva Goswami Pad was there with. Jiva Goswami Pad уже был там с ними. Jiva Goswami Pad was there. His age was almost 10 years. Уже был там, ему было около 10 лет. Almost 10 years. So there is. То есть это свидетельство о том, что. Somebody saying 1440. Somebody saying 1445. То есть несколько версий. Когда явился Махапрабху? They are speaking this way. So anyway. И вот так или иначе. Джива Госвами Пад, он получил даршан Шри Чайтаньи Махапрабху, когда ему было всего 10 лет. Он вместе с Рупой Санатаной и Амбупамом, они пришли. И после этого, вы уже знаете, что впоследствии произошло, Рупа Госвами Пад. Он оставил свое служение царю Хусейн Шаху. Он был министром финансов. И Санатан Госвами был премьер-министром, они оставили свою работу. Actually, they are less interested about it. King requested. Но сам царь пришел к ним и попросил быть их работать в его правительстве, поскольку они очень разумные, можете нести много блага стране. Таким образом, они вынуждены были работать на него. Но вы знаете, Рупа Госвами Пад потом ушел, оставил все и отправился во Вриндаван. At that time, в то время Анупам, the younger brother, вот этот, was there with младший Rupa брат, он был с Рупой Госвами Падом. And Sanatan Goswami could not Sanatan Goswami, go away because king
Тот же хотел уйти, но царь его в тюрьму посадил. Но так или иначе он выбрался из тюрьмы. Я отправился в Вриндаван. Но Джива Госвами, он был очень маленький из самого детства. Многие уже понимали, что он станет великим святым. То есть он всегда звал имена Шичтани Махапрабху. Он пытался совершать баджан как мог. Что значит баджан? Они вечные спутники Махапрабху. То есть даже дети, они как-то пытаются служить Кришне, предлагать. Какой-то еду Кришне и прочее. Center of Guru Padma, how he started bhajan. Хотя вот в этой шлоке говорится, что без неприняв прибежище Гуру нельзя начать бхаджан, но они вечные спутники Махапрабху, у них исключительный случай. То есть в этой шлоке говорится, что без не приняв прибежище у Гурудева невозможно начать эффективный баджан. И даже если вы приняли прибежище у Гурудева, но несовершенным образом, там, наполовину, то вы не имеете права служить Кришне. И какого же блага тогда? Ещё Прабхупад говорит, вы можете получить какое-то сукрити. И это сукрити может дать вам силу в следующей жизни что-то обрести. Поэтому дикша, наше самопредание, оно должно быть совершенным. И Гурудев, он тоже должен быть садгуру. Иначе возможность получить милость, она слишком мала будет. То есть так много условия нужно соблюсти. И вот Джива Госвами потом с самого рождения так воспевал имена Господа. Он вот поскольку отец и ушел вместе с Рупа Госвами, то он жил с матерью только. И вот так или иначе, достаточно быстро он принял решение отправиться в Навадвипу, чтобы обрести знания о вайшнавской философии и прочего. В то время Навадвипа, она была, можно сказать, Оксфордом Индии. То есть, где-либо учились, ну, Навадвипа была очень такая авторитетная столица знания. И вот так или иначе он принял решение приехать в Навадвипу. Took decision to come to Navadvip Dham, and when he came Navadvip Dham is not so only 16-17 years of old, age is not so very small boy. И вот около 16 лет он пришел в Навадвипу. He came here. After that, Nityananda Babu, that time Nityananda was there. Nityananda Babu в то время. Here. Он уже был здесь. In Sivasanga. В Шивасангане. И вот Нитянанда Прабху однажды пришел. Я думаю, что Джива, он придет ко мне. Ну вот он только это сказал, и тут какой-то преданный сказал, что вот смотрите, Джива только пришел. И вот Джива Госвами потом увидел его, начал плакать, видя славу Господа Нитянанды. Он даже не мог видеть, он просто плакал. Нитянанда Прабху обнял его. Он обнял его, поставил свои лотосные стопы ему на голову, благословил его. И после этого Нитянанда Прабху попросил всех, что вы благословите его,
Джива. Then after that, you see? И вот после этого, смотрите, Нитьянанда Прабху, он, for Golmandal Parikrama. Они пошли на гору Дама Парикрама. Nithanandu taking Jiva, Nithyananda Prabhu вместе с Jiva Goswami. And showing, see, Jiv, see, here, пошел показывать ему все святые места, смотри, здесь мой Господь, он совершал такую лилу. Это дерево, которое мой Господь посадил. Это место явления моего Гуранды. И вот он показывал это все и плакал, вспоминая все эти вещи. И вот таким образом они ходили вокруг Гурдамы. И после этого Нитьянанда Прабху сказал: «Я предлагаю тебя лотосным стопам моего Господа, и поэтому отправляйся во Вриндаван». Но перед этим я забыл сказать о том, что когда Шива Госвами был дома, и когда он плакал, памятуя Кришне, о читании Махапрабху. И вот однажды ночью Шри Чайтанья Махапрабху со всеми своими спутниками, он явил даршан Дживе. О, Джива, я тут. Не думаю, я вместе с тобой, иди ко мне. И после этого он принял решение отправиться в Навадвип, и тогда вначале он пришел в Шивасанган, потом Нитьянанда Прабху дал нас такое наставление, что ты можешь отправиться в Вриндаван, но по пути ты остановись в Варанаси. Хотя Варанаси — это майявадское место, но оно особое. You can get some Vaishnava there. Там especially the disciple of Sarvam Bhattacharya, Madhusudan Vachaspati is there. Ученик Сарвам Бхаттачарьи Мадхусудан какой-то, и вот у него там нужно что-то научиться чему-то. И вот Джива, приняв это наставление, отправился. Но он пошел пешком, но в то время пешком ходили. Varanasi. Вот дошел до Варанаси. And by that time Varanasi was totally holy place. Но в то время Варанаси это был полностью священный город, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху. So there he met Madhusudan. Он был там также, и вот он встретил этого Мадхусудана там. Джива Госвами Бхагаватам изучал Бхагаватам и прочие Веды-Веданты и прочие писания изучал его руководством. Это такова лила. То есть они все снизошли с вечной обители, но Махапрабху, он тоже принял гуру, и Кришна Бхагаван учился у Сандипани Муни, такова система. Если сам Господь не покажет нам своим примером, как мы можем изучить и принять это? И вот Джива Госвами Пад находился там некое время, изучал Веды Веданту Упанишады Бхагаватам. And specially, what kind of Vedanta? А какую Веданту? What kind of Vedanta? Bhaktivinoda Thakur, Шрила Бхактивинода Тхакур, он объясняет, что Сарвабхаума Бхаттачарья, внешне, он внешне как бы выглядел как майявади, как не пост майявади, а лидер майявади. Сарвабхаума такой титул, значит, такой всеиндийский. Поскольку Индия — это такой, по-русски можно сказать, что это такой всемирный так, пандит. So India, he was the topmost. Chaitanya Mahaprabhu, you are just Vyaspati. Просто всеиндийский, даже все, ну, you are just Vyaspati. Всемирный you пандит. Are Devaguru Vyaspati. Такой у него был титул. So that Sarvabhauma Bhattacharya was fighting with Chaitanya Mahaprabhu. He also used to fight with Gopinath Acharya. С Гопинатхачарьей он тоже
Кто тебе сказал, что Шри Чайтанья Бхагаван? И тогда Гопинатха Ачарья привел аргумент. Speaking this much, такой, you see, что смотри. Ишварер кипале свайто жахаре, сейто Ишвар татто жаниваре пар. You can understand, you can know. Что ты можешь понять, осознать татву? When you can только тогда, когда ты получишь полную милость Шри Чайтанья Махапрабху, тогда ты можешь понять. Ты сейчас ты споришь со мной, но в тот или иной день ты осознаешь, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху. Вот он спрашивал, кто сказал, что он Верховный Господь, каковы признаки этого. Но Махапрабху знает все, поскольку он находится в каждом сердце, в форме Параматмы. И вот так или иначе, после этого, сам Бхагаван Бхаттачарья сказал, вот ты слишком... И вот он говорит о Шри Чайтанья Махапрабху, что ты слишком молод, лучше пойдем ко мне, я объясню тебе Веданту. Махапрабху сказал, хорошо, ты настолько милостив ко мне, хочешь спасти меня, хорошо. И вот Махапрабху так слушал его объяснение. И вот после того, как где-то неделю слушал эти объяснения, и сам Бхагаван Бхаттачарья спрашивал, что ты понял или нет, ты сидишь и ничего не говоришь. И Чайтанья Махапрабху говорит, что ты не понимаю, что не понимаешь. Говори, что не понимаешь, я расскажу. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, что я главный сутры понимаю, но ваше объяснение... When we explain, then I can understand. Я не понял. What? Как? What do you mean? Как? Что ты несешь? Но смотрите, когда вы главные сутры произносите, я их понимаю, а ваши объяснения не понимаю. Все хочу сказать, что в Ясадефа пишет эти сутры, они ясные. Хотя я знаю, что сутра это подобно. It's one kind of clue. Sutra, like in mathematics, you know, some sutra, big mathematics we used to do. Big mathematics, small sutra is there. If we apply, we can solve this total mathematics. Это сутра, они подобны математическим формулам, с помощью которых можно решать определенные задачи. И вот Махапрабху много раз говорил в Варанаси и вот перед Пракашанандой Сарасвати он говорил, что Ясадева он дал нам эти сутры, и только он может знать достоверно, что он хочет донести нас с помощью этих сутр. А те другие, которые хотят их как-то объяснить, они не могут их объяснить должным образом, поскольку они недалеко не все получили милость Ясадевы. И вот таким образом Махапрабху начал объяснять. И Сарвабхаума Бхаттачарья он спорил, а Махапрабху все его аргументы разбивал. И после этого Сарвабхаума Бхаттачарья смог осознать, что он Верховный Господь. Иначе it is not possible to explain this shloka. Невозможно объяснить эту шлоку таким образом. Then after that, и вот таким образом, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he fell down. Then Chaitanya touched him. What happened? Потерял сознание. И Махапрабху прикоснулся к нему и сказал, что случилось, почему ты потерял сознание. И тогда this way. And after that he is speaking. Vairagya vidya nija bhakti yoga
Шикшартамекам Пурушо Пурано, Сикишна Чайтанна Сарира Дхари, Кипам Будирияста Махам Прападе. He is writing 100 слока, like wind. И вот так он произнес вот эту слоку. 100 шлок, подобно ветру. 100 слока, he is speaking like wind. Он начал произносить их подобно ветру по милости Сичтания Махапрабху. Like you can remember, как вы можете помнить, что Дру Махарадж, когда Верховный Господь пришел, чтобы получить даршан Друвы. Am I wrong? It is written there in Bhagavatam. И вот Бхагаватам Кришна говорится, что Кришна Бхагаван, сам Верховный Господь, well, wait. I am сказал, going to take darshan подожди, of я пойду получить даршан Друвы. And everywhere we know it is a usual procedure. Мы знаем, Supreme что Lord coming to give darshan. But in the case of Друва, it is just opposite. Он является, чтобы даровать даршан другим. Well, wait. I am going to take darshan of Друва. То есть сам Господь получил, пошел, чтобы увидеть you его. See, смотрите, так описывается, что он пошел Дашан получить даршан своего преданного. I can go to Madhuban to take darshan of my small devotee. То есть я пойду в Мадхуван, чтобы получить даршан моего маленького преданного Друва. Now here you see. Таким образом, смотрите, Сичтанья Махапрабху прикоснулся к нему и сказал Сарвабхаума, что случилось. И он ничего не смог ответить. И в Мадхуване, когда Верховный Господь пришел к Друве, Друва хотел вознести молитву, но не мог, поскольку он был достаточно мал. И когда Верховный Господь он понял его намерение, он прикоснулся к нему своей раковиной, к его щеке. И тогда Друва начал возносить молитвы, подобно огню. Джуантаха правишо мама бача мивам. It's so nice loka. So many speaking. Друва, like wind. И вот так много слог, подобно ветру, он начал произносить. То же самое случилось здесь, когда Сарвабхаум Бхаттачарья, он получил милость Чайтанья Махапрабху, он начал говорить подобно ветру, прославляя имя Шри Чайтанья Махапрабху в сотни шлок. Он не записывал, просто произносил по милости Шри Чайтанья Махапрабху, о Сарвабхаума. The way you are reciting me, что-то, I mean, как you are glorifying меня, me, 100 шлока, этими 100 шлоками, if somebody in future can read and speak this шлока, сможет запомнить, he can come out successfully. It is my full также произносить их, получит мое благословение. More, Jekoile, Stavon. И вот, то есть Махапрабху благословил всех, кто будет читать и произносить эти шлоки. Jejon Kuriveta Asravan Patan Kirtan. Who is going to read it or recite it? All they are going to come out successful. From heart. То есть те, кто искренне повторяют эти шлоки, они Dandavat Maharaj, you can speak from heart, not получат благословение. From mouth. You cannot speak from heart. То есть нужно объяснить, как мы говорим, Махарадж говорит, что многие приходят ко мне, кланяются. Но, что значит дандават? Полный такой распространенный поклон. Значит, умом, физически, by speech, словами and from heart. И сердцем. Three condition, то есть три условия, если они эти не удовлетворены, эти три условия, то ваш поклон дандават, он не полный. Кай значит физически, ман в уме, и вакья словами. Сердцем. Because mind mean here, mind is if mind is not parallel with heart. Somebody can say, my mind is not material. Не, не находится, но в параллели. Okay. But that time when he is paying Dandavat with your mind, his mind should be in parallel with heart. Then is equal to what? If A is equal to B, if B is equal to C, then A is equal to C. Что делаем, должны делать всем своим существом. This way. Чтобы получить полное благо того же поклона. From heart, и вот смотрите, если вы всем своим сердцем читаете, произносите, цитируете эти шлоки, тогда вы станете успешными.
Это такое благословение Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Сарвабхума Бхаттачарья, Шри Чайтанья Махапрабху, он объяснил Веданта Таттву очень ясным образом. Ачинтья Веда Веда Таттву. Сарвабхума Бхаттачарья, он хотел... приводил аргументы Махапрабху их из, опять Махапрабху их переспаривал. И вот это Нилачала Веданта Ваки описано. И вот там в этой книге Махарши опубликовал еще раз. Она, там все описывается. То есть это Ачинтья Веда Веда о And that detailed discussion, what took place there, Gopinath Acharya was there. И вот Гопинат Ачарья был там, когда они обсуждали. And that Gopinath Acharya, after next life, he took the birth as Baladev Vidyabhushan. Gopinath Acharya was there, waiting and hearing. Вот он там был и слушал. Very carefully. Очень внимательно. And Gopinath Acharya, laid his body and took the birth as Baladev Vidyabhushan. We heard. Явился как Баладев Видьябхушан, согласно Гауди Сиддханте. И там Веданта Сиддханта, что Сарвабхума Бхаттачарья получил от Чайтанья Махапрабху, Сарвабхума Бхаттачарья, that knowledge, that Сиддханта, that Татва Веданта Вакшан, totally giving to his important disciple, number one disciple, who is Madhusudan Vachaspati. Why I am going to this point? That Madhusudan Vachaspati now in Varanasi and Jiva Goswami Pad now have the chance to hear Ачинтья Веда Таттва Сиддханта on Vedanta узнал об этой Сиддханте из Веданты от So by that time Jiva Goswami Pad was the topmost Vedantist. Nobody was there in this earth on this world. Никто на этой земле в этом мире. Никто не смог с ним спорить. Topmost. Он был наивысший ведантист. After receiving this kind of after getting some knowledge and обрел знания после изучения в Варанаси, после обучения в Варанаси, и потом он отправился во Вриндаван. Джива Госвами Пад отправился во Вриндаван, и после этого он принял прибежище у Рупа Госвами Пада. All the time, 24 hours doing seva, жил рядом с ними. Он все время служил Гурудеву. Sometimes Rupapad writing. И Рупапад иногда он что-то писал, но жаркое время в Вриндаване очень жарко. Не просто жарко, а экстремально жарко. Because it is written in Bhagavatam. Sarvakala Sukhavaha. And now if I am sitting in Vyasasam, if I explain this way, then I am speaking wrong. So I should speak this way. In Bhagavatam it is written, Vrindavan. What is Bhagavatam the climate of Vrindavan? Sarvakala Sukhavaha. Какой климат он? You can enjoy all the time. Vrindavan is very nice climate, but now if you go, it's too hot, Maharaj. Просто, ну, очень хороший климат, это в Писаниях описывается. It's too cold, Maharaj. Ну, это давно было. А сейчас в Вриндаване либо очень жарко, там под 48 градусов тепла, либо холодно. They cannot see Vrindavan. Вот, материалисты не могут отправиться в Вриндаван и видеть его истинную красоту. Все там мешает. И вот однажды, так называемый преданный отправился Гоу-Кишода с Бабаджи Махараджи, он спросил, откуда приехал. Вот оттуда. И вот у меня билет назад уже есть. И тогда Гоу-Кишода с Бабаджи Махараджи улыбнулся и сказал, что ты вернулся, приехал в Даму с билетом назад. Никогда не слышал ничего подобного. Вы приехали в Даму с билетом назад, я слышал, что если кто-то
действительно пришел во Вриндаван, он не может уже вернуться назад. Не все могут понять сердце чистого Вайшнава, что он имеет в виду. И вот Джива Госвами Пад, он отправился во Вриндаван, и там, смотрите, он совершал служение все 24 часа. Иногда он Он омахивал Рупа Госвами Пада Абхалом, иногда еще что-то делал и прочее, прочее. И вот он совершал служение, и однажды он узнал, что Санатан Госвами, Рупа Госвами, он taking relation from Rupa Goswami Pad and Sanatan Goswami Pad all the time, doing seva. И вот он изучал Вайшнава Сиддханту. And one day, Vallabhacharya, you know, Rupa Goswami Pad, и однажды Vallabhacharya. You can remember Vallabhacharya went to. И вот Vallabhacharya, когда он был в Пури, в Сикхетре, и в то время он. I cannot accept the. Он начал сомневаться в комментарии Шридхара Госвами Пада, он заново хотел написать, но Махапрабху очень разгневался. Почему? Почему ты заново пишет комментарий? Почему ты не можешь принять Сиддханту Даса Госвами Пада? С вами, значит, муж, а те, кто не принимает своего мужа, они подобны проституткам. И тогда он испугался, да. И таким образом Vallabhacharya, он получил такое, и вот Махапрабху, когда вот на слиянии трех рек Ганги, Ямуны, Сарасвати, там, где находится Аллахабад, the name of that place Arailgram. Arailgram. There first, he met. В общем, в том месте он встретился с ним первый раз. There he met. Rupa Goswami Pad was there. Rupa Goswami Pad был там. And you see, there he got kripa. Он получил милость. But Chaitanya Mahaprabhu could not digest that kripa. Так или иначе, он не смог. He got kripa to break his полностью принять эту милость. Он хотя милость получил, но не смог принять ее, переварить. И вот однажды после Чайтанья Махапрабху через... Через одного брамана он с Vallabhacharya объяснил всю Сиддханту, но Vallabhacharya в то время он не смог осознать и принять всю его милость. Vallabhacharya, несомненно, он необычный человек, но так или иначе он не смог принять милость Махапрабху с первого раза. И вот так или иначе он пришел в Пури. И попросил Гададхара пандита дать ему заново мантру. У него был уже Гурудев. Он совершал Балгопал Баджан. Он уже, у него была уже мантра, но он хотел мантру. Кишор Гопал мантру. Кама Гайатри он хотел. Gadadhar Pandit. Получить от Гададхара Пандита. Gadadhar Pandit was not at all ready. И вот, а Gadadhar Pandit не был готов. Gadadhar Pandit was not at all ready. I am not ready to give any mantra to anybody. Что я не готов дать какую-то мантру кому-то, поскольку Махапрабху, мой божественный учитель, я не могу, ну, без его позволения дать кому-то какую-то мантру. Вот он опять просил и протил, и я слышал, что он получил все-таки Кришна мантру от Гададхара Пандита. На самом деле он из нашего Гауди Паривара, но так или иначе. We find they are making a new Sampradaya, Vallabh Sampradaya. Ну, это Vallabh Sampradaya. Они сделали новую Vallabh Sampradaya.
Vallabh Sampradaya Pushtimark. Pushtimark, Vallabh Sampradaya. And he was actually, he was, after some time, he was the Acharya of their Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya. И потом он стал Ачарьей Вишну Свами Сампрадая. Или Нимбарха Сампрадая. И вот он стал Ачарьей, вот Нимбарха Сампрадая, точнее. И вот так или иначе, тот Валлабх Ачарья сейчас во Вриндаване Рупа Госвами Падхам составил книгу. И в то время там, где храм Рада Дамодара находится, на берегу Ямуны, Ямуна, она была очень большой рекой в то время. И вот на берегу Ямуны Баджанкути, и Валлабх Ачарья пришел принять омовение в Ямуне, но заодно хотел Рупопаду встретить. И вот он пришел и смотрит, он что-то пишет и спрашивает, что за книгу пишешь. Но я хочу составить Бхакти Расамрита Синдху. Он сказал, хорошо, пиши, я отредактирую. И вот он такой гордый. Рупа Госвами Пад сказал, хорошо, но редактируй. И так или иначе, Джива Госвами Пад был рядом. Он омахивал Лапахалам. Его, и тогда он принял... Но он попросился пойти к Ямуне и набрать воды. Но на самом деле он хотел... пойти к Валлабх Ачарье, с ним поговорить, и, ну, заодно воды набрать. И он подошел к нему и сказал, вот, извините, что вы там нашли в книге моего Гуру Падпадмы? Но он сказал, ну вот эту ошибку. И Джива Госвами Пад очень мягко ответил, что нет, там не может быть никакой ошибок с моим Гуру Дами. One, two, three, four, going on. И вот мы начали другие ошибки перечислять. Nobody could. Balavacharya could not take bath by that time. Couldn't take bath in Yamuna. Они начали, в общем, так говорить. And going on, sasta charcha. Но они начали так спорить. Balavacharya giving argument. Balavacharya представляет какой-то аргумент от Джива Госвами Пад. After that, Balavacharya become go mad. Who are you? Разрубается его аргументы. Потом... И вот спросил, кто же ты такой? И вот он принял омовение и пошел опять к нему и спросил, а кто вот тот мальчик? Кто тот мальчик? Почему? Нет, ну я просто спрашиваю, кто он такой? Ну, если честно, он мой родственник, как племянник, но сейчас он моим учеником стал, очень бедный мальчик, очень смиренный. Вот, ну, это я подумал и ушел. И вот Валлабх Ачарья сказал, что я не могу редактировать вашу книгу, все с ней хорошо. А почему? Потому что до этого он был очень так настроен отредактировать книгу, что много проблем в этой книге, надо исправить все. Но после этого он как-то изменил свое решение. И он спросил Джива Госвами, что случилось, что ты ему сказал. Family from me, he is a big devotee. He is coming here, giving me the chance to edit that book. You cannot bear it.
он сказал, девичья смотри, ну, поскольку ты так не смог, так сказать, ну, потерпеть еще этот, ну, этот преданный, он ну, с очень возвышенной преданностью высокой семьи, он пришел помочь мне отдетектировать эту книгу, и, ну, поскольку его оскорбил в какой-то степени, поэтому уходи отсюда. И вот он ушел. Он плакал все это время. Он хотел умереть, но он не мог умереть, поскольку нужно служить. И вот он шел на запад, на восток, точнее. И вот дошел до места. Байгау называется, когда вы совершаете в Раджамадал Парикраму. Согласно читанию Махапрабху, I can go alone, or maybe some sober devotee can one. Махапрабху ходил один на парикраму или кто-то с ним ходил, какой-то один такой надежный человек. I cannot do parikram nicely because with Baba. Что это такое? Он парикрама, он ходит один, либо с, там, с один, один с ним, с его какой-то. So, здесь много людей, он не может. Так совершает парикраму. И вот в этом, в этой деревне Раджаваси увидели его и начали давить, потому что давай хотя бы пою, молока выпей, нельзя столько поститься. Вот. Из Гауди Сиддханты мы находим, что он написал там несколько книг. Вот because он же, fasting, поскольку он постился в долгое время, so был, он стал еще не худой. И по милости Кришны, Санатан Госвамипад там мимо проезжал. И Враджаваси сказали, смотри, тут такой преданный, тут приехал. Он постится и практически ничего не ест. Кто? И вот он, о, наверняка это джива, иди посмотри на него, какой джива. И вот джива увидел его, и начал плакать и упал к его стопам. Он не мог говорить ничего. И Санатан Госвами, он обнял его и сказал, о, джива, что случилось? И тогда джива Госвами потом рассказал, что случилось. Я вынужден был спорить в Валапачаре, Нового Гурудев был недоволен этим. И выгнал меня, и вот поэтому я тут не хочу умереть. Нет, у тебя так много служений, пойдем со мной. И вот он пришел к Рупе Госвамипаду и сказал, Рупа, Jivedaya, this word you like Jive, to put in quotes. Ты хочешь? Jivedaya, you like to show. Jivedaya, ты хочешь? Вот это karuna, слово, корона, милость. Like ты хочешь поместить те слова в словарь? Why you? Ну, как если ты не можешь? Drive him away. Ну почему? Даровать милость Дживе, почему ты выгнал его? И Рупа Госвамипад, он был вынужден опять принять Дживу и дать ему полное служение. И после этого Джива Госвамипад, он получил служение Рада Дамодара. На самом деле, Рада Дамодар, он установлен Рупа Госвамипад. И служение было дано Дживе Госвами. Поскольку Дживе Госвами, он был самый достойный человек во Вриндаване, самая достойная личность. Иногда даже случалось, что Рупа и Санатана Госвами, они что-то писали, и они давали эти книги Дживе Госвами для редактирования. И подумайте, какой силой же он обладал. С Рупа Санатан они писали книги и давали их Дживе на редактирование. То есть смотрите, в каком великом состоянии он находился. И таким образом Дживе Госвами, он совершал служение, писал много книг. Так много комментариев. And you see, Brahma Sangita. На Брахма Самхиту. And after that, he is writing. И после этого он написал комментарий. You see, Sata Sandarbha. Сат Сандарбха. Six Sandarbhas are there. Шесть Сандарбх есть.
И вот Прити Сандарбха, последний Сандарбха, а первый Татва Сандарбха, Кришна Сандарбха, Парматма Сандарбха, Бхагават Сандарбха и прочие Шри Сандарбха. Он их составил. Если кто-то сможет осознать полностью все эти шесть сандарбх, у него не будет никаких сомнений в Гауди Сиданте. Он сможет переспорить любую Веданта Сиданту по любую Майяваду. Он может запросто разгромить любую Сиданту, обладая знанием этих шести сандарбх. То есть там есть. Татва Прадип, one book, I mean, I cannot remember the name of that book, I cannot. But I think so. Vallabhacharya in his next life, he did wrote one book about Vallabhacharya в своей следующей жизни он написал книгу о Веданте, он пришел к Джива Госвамипаду, чтобы он отредактировал ее. И Джива Госвамипаду посмотрел, что неправильно. Это Сиданта неправильно, нужно поменять. И вот Валлабхачарья, он имел великое, ну и великое уважение к Дживе Госвами. So Madhu Madhav, one very nice book, Gopal Champu. So many вот books compiled by Jiva Goswami. And one important thing for students who would like to get thorough knowledge about Gaudiya Siddhanta. Thorough knowledge means in practice he should do it. Получить такое практическое знание о Гауди Сиданте. He should practice under the guidance of Gurupada. То есть просто знание это мало, нужно еще практиковать это знание. И вот он написал Харинамрита Вьякаран. А как он получил вдохновение написать эту книгу по санскритской грамматике? From one lila of Chaitanya Mahaprabhu. Вот what that lila is? Одной лилы Чайтанья Махапрабху. Когда Гуранга Махапрабху совершал свою последнюю лилу в Говардхаме. И вот он собирался принять саньяс, оставить семейную жизнь, и много учеников пришли к Нимай Пандиту, и Нимай Пандит не может должным образом вьякаран объяснять. Он как бы объясняет должным образом, но студенты, эти ученики не понимают, что никаких сутра не произносит. Все, что произносит, это Кришна, Кришна только что это. In every step, Chaitanya Mahaprabhu, this sutra you see, ultimate meaning Krishna. Объясняет, что значение всех этих сутр, но в каждой сутре это Кришна. И если ученики они смотрели на нас, учитель с ума сошел. Ничего не говорит о этой грамматике, все о Кришне говорит. То есть значение всех сутр, всех шлок приводится к Кришне. Вот оно, чем он говорит. И в то время, когда он услышал эту лилу от Нитянанды, Гададхара, Рупа и Санатана, тогда Джива Госвамипад, он принял решение, что таково решение Чайтанья Махапрабху, что они не должны теряться время без имени Шри Кришны. Какие-то панини или калапа, если от этого вьякарана, то там Кришна ни слова не знает. Поэтому эту санскритскую грамматику мы должны украсить таким образом, что на каждом шагу, в каждом слоге имя Кришны они произносили. Vamandev Sutra, so you are bound to speak. So Jivapad thought that it is the heart of Chaitanya Mahaprabhu. He thought that it is the heart of Chaitanya Mahaprabhu. Because these святые имена Господа, поскольку to implement the heart of Chaitanya Mahaprabhu, it is the general rules to implement. Si Chaitanya Mahaprabhu Swapitam Jena Bhutale. В этой шлоке говорится, they are going to implant что они все в Сиданта, всю Сиданту, все учение Махапрабху они воплотят в практическом виде. Они вечные спутники Чайтанья Махапрабху.
So many devotees, they took, то есть это желание сердца Махапрабху они явили в каком-то практическом виде. Диксу from Prabhupada. They all are not the eternal prasad of Chaitanya Mahaprabhu. I mean, Prabhupada. То есть еще те, кто принимают дикшу харинаму Шрилы Прабхупады, они далеко не все вечные спутники Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада говорит, что те, кто посвящает всю свою жизнь, чтобы служить желанию сердца Шри Чайтанья Махапрабху, они его личные спутники. Также можно сказать, что те все те делают все, чтобы чтобы служить желанию сердца Шрилы Прабхупады, то есть они его вечные спутники. И смотрите, хотя Наротам Тхакур, он явился позже Махапрабху, он даже никогда не видел его, он не мог встретиться с ним, но что из этого, как Шрила Бхактивинода Тхакур, например, он вечный спутник Чайтанья Махапрабху Гауранги. Как мы знаем об этом? Однажды Бхагаватима пришла в Навадипдаму получить даршан Бабаджи Махараджа. И в то время Бабаджи Махарадж был в Кулии, на берегу Ганги. Очень маленькое место. Он совершал баджан. Однажды там Бхагаватима. Знаете, кто такая Бхагаватима? Это... Бхагаватима came to meet жена Бхактина такова была. И вот она пришла поклониться ему, и Бабаджи сказал, вот ты приехала сюда из Калькутты, так далеко от Бхактивиджи Бхавана. Почему? На базар приехала сюда? Или ты хочешь получить какие-то, посмотреть на, получить даршан божеств? Нет, я, чтобы ваш даршан получить, зачем меня смотреть? Смотри, вечный спутник Махапрабху находится у тебя дома, зачем до сюда приезжаешь так далеко? Что вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху находится в вашем доме Шрилы Бхактивинода Тхакур. И таким образом это еще одно свидетельство того, что Шрилы Бхактивинода Тхакур – вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху. И таким образом, смотрите, Дживапад. После того, как ушел Рупа Госвамипад, Санатан Госвамипад ушел. Они чувствуют, что сердце разбито. Я не могу жить больше. И плачет день и ночь, памятует Рупа Санатан. И вот так всегда плачет. И тогда он получил возможность жить вместе с Рагунат Дас Госвами, и они стали хорошими друзьями. И вот Рагунат Дас Госвами написал несколько книг, он посвящает эту книгу имени Дживапада. Иногда Рагунат являет такое желание, что Кришна, Кришна благословил то, что я хочу оставить мое тело перед Дживой. Джива – это моя жизнь. Кришна благословил меня, и поэтому я хочу умереть перед Дживой Госвамипадой и перед Радакундой. И Кришна благословил это. И вот смотрите, в каком состоянии, какое положение Дживы Госвамипады. После того, как Рупа Госвами Пад ушел, Джива Госвами Пад ушел. Then after that, he was the total controller of Gauriya Vaishnava society. Он был главный в Гауди Вашнавизме. Он был все в Гауди Вашнавизме. И после этого, тем временем, Шринивас Ачарья пришел.
Srinivas Acharya came, then и тогда Шиванада Прабху тоже пришел. Рамачандра Кавирадж пришел. Gradually Нартум Тхакур. Да, вот там так. Gradually they are coming in front of они Jiva Goswami Pad to take пришли к Дживе Госвами Паду, чтобы получить Сиддханта Вичар, милость от него. Долгое время они жили рядом с Джива Госвами Падом и изучали Сиддханту. Но вот там так вот, это Чампака Манджари, Шринивас Ачарья, Муни Манджари. То есть, кто они на самом деле? После этого, смотрите, Джива Госвами Пад дал им такой титул. Шринивас Ачарья был учеником Гопал Бхатты Госвами. Шринивас Ачарья, он был учеником Гопал Бхатты Госвами. На Гопал Бхатта Госвами встретил Чайтанья Махапрабху в самом детстве, когда он шел в Южную Индию. Сирангам. That place name is Сирангам. Это место называлось Сирангам. Now North Mudagur took Diksha from Loknath Goswami. Получил дикшу от Локонатха Госвами. And Samananda Prabhu took Diksha from Govardhana Pandita. Прабху получил дикшу от Горидаса Пандита здесь в Калне. So this way they вот таким образом они пришли к Джива Госвами Паду изучать Сиддханту, хотя они вечные спутники, но они являют такой пример. И после этого Джива Госвами Пад говорит, уже 85 лет было, много лет прошло. 85 years. И вот из этих 85 лет, 65 лет он жил один во Вриндаване. 85 years manifesting Lila. 85 years total. After that, leaving his body this day, this tithi. И вот в этот день, в эти тихие возрасте 85 лет он вместе с Павшу он. But before leaving body, he gave responsibility to Srinivas Acharya, Ramachandra Kaviraj, Sanatana Prabhu, Shyamananda 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 значит, Сиддханта. И вот все эти писания, даже мы слышали, что можно видеть, что Самадхи Санатана Госвами, там есть Гранта Самадхи. Знаете, Гранта Самадхи, то есть Самадхи к книгам, почему так? Мы слышали от Гурвани. То есть те редкие книги. If it is exposed in front of common people, they are actually, foolish. Показать обычным людям, они очень глупые, они не поймут Верховного Господа Шри Кришну. Они могут неправильно понять Рупу Госвами Пада и Санатана. So only for the satisfaction of Krishna, maybe, удовлетворение Кришны только они написали эту книгу, но опубликовать не смогли. Даже Джива Госвами Пад был очень осторожен. If someday somebody can watch, then he can have the chance to get away. He can misunderstand. So he took decision to give samadhi. То есть эти книги были очень возвышены, и запросто могли неправильно понять, поэтому они решили предать их самадхи. После этого Джива Госвами Пад благословил их, они приехали со всеми книгами на повозке. Old books, written by Goswamis, they are taking and coming to Bengal. И вот они поехали в Бенгал. By the time that и вот books was, books, по дороге книги, один Верхомир Раджа, он украл, он был разбойником, then,
и вот он украл эти книги, и мы уже знаем, что дальше случилось, но так или иначе, они опять получили эти книги назад. Вирамбираджа понял, что лучше отдать эти книги, все эти писания. Then by I'm today we know вот, all Siddhanta and Vichara, I mean all books, and now this way it was published always. Otherwise there's no chance. Now point is that we are going to discuss some Siddhanta Vichara of Jiva Gosvami. Вот сейчас, this is most important. Самое важное обсудить Siddhanta Vichara Jiva Gosvami Pada, времени мало. Jiva Gosvami Pada wanted to establish this Achintya Vidavet Tattva everywhere. Утвердить Ачинтья Бхедавита Таттву везде. Сатасандарбхе. And in different places where he put Vedanta Siddhanta Vichara comparative statement, you can find Ramanuja Siddhanta. И вот можешь там найти Рамануджа Сиддханту. Матачарья Сиддханта, Нимбарка Сиддханта, Вишну Свами. All four acharyas. Можно там найти Сиддханту всех четырех ачарьи. Они все пишут комментарии на Веданту. Но как-то отличаются. И Махапрабху хотел все это сгармонизировать. И дал эту Ачинтья Бхедавита Сиддханту. И вот она... Чайтанья Махапрабху, and ultimately established by Jiva Gosvami, from Jiva Gosvami. Now, I am very interested to discuss about this вот point. Those foolish people, основано на сочетании Махапрабху и Джива Госвами, потом все это объяснил должным образом. И вот некоторые глупые люди, они говорят, что Джива Патон не находится в настоящей преемственности с Рупа Госвами Пады. Как они говорят, не очень глупые, слепые. Говорят, не подумав должным образом. То есть, а почему они так говорят? Поскольку в Сандарбах и разных местах Джива Госвами Пад хотел утвердить Сакья Бабу. Кришна got married with Рукмини, this is that. In eternal world, what the question of marriage is there? Nothing there in the eternal world. So, Jiva Goswami Pad wanted to establish the Sakya Bhava. But whereas Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, they always wanted to establish Parakya Bhava. So, there is a big difference. So, we don't understand. We cannot там большая разница, и поэтому мы не можем понять, почему. Then, и тогда наша Гурварга, имею в виду Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакура, они все дали... Они сказали, что не может случиться этого, поскольку Джива Госвами Пад находится в строгой настоящей преемственности с Рупа Госвами Пады. Во всех своих книгах он пишет, что я пишу под руководством Рупы Санатаны, моей Гурварги. И вот кто-то может сказать, что какова точная Сиддханта, это главное. Поскольку так или иначе, где бы мы ни читали, в Сандарбхе, можно найти, что Джива Госвами Пад хотел... То есть он все ведет к Сакья Бхаве. А Джива Санатана, Паракия, они говорят, что Паракия она вечна. И... How to understand this point? К этому все идет. А как это понять? Под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура у него есть такое суждение. Шрила Бхактивинода Тхакура, он дал нам комментарий на Брахма Самхиту в разных местах. And you see in Bhagavatam, вот, смотрите, you can в Бхагаватам можно найти, it is written in Panchadaya, в Панчадьяе, there is one secret thing, but common people should not read it. It is the instruction, strict instruction of Prabhupada. It is the strict instruction of Prabhupada. Наставление, строгое наставление Шрилы Прабхупады. Таково, что не нужно обычным преданным читать эту книгу. То есть очень возвышенно лучше не читать. Даже один из наших гуруварги, он был брахмачари в то время. Это давно достаточно было, около 80 лет назад. И вот ему, у него было служение такое, цитирую,
приходишь, ну, читать Бхагавату, Бхагаваза, Гауди Махи. И вот вечером он... So by now he is going to touch a 10th canto. Вот он так. So 9 up to 9 canto over. 9 частей он закончил читать до 10-й дошел. That Vaishnav, great elevator был Сидда Махатма. Он был Сидда Махатма, совершенной душой, и следовал наставлениям Шрилы Прабхупады, и кто-то сказал Шрилы Прабхупаде. О, Шрилы Прабхупада, вот тот преданный Брамачари, Балалилу Кришна начал объяснять, почему. Discuss Balalila, that Guru Bhargava directly speaking in front of me, my son, I never wanted to touch that Panchadhyay. Only I wanted to discuss the Balalila. But Prabhupada is so strict. Prabhupada, how is, because regarding Balalila, if you make confusion, не позволял обсуждать, поскольку heart, относительно Балалилы, если какая-то материальная концепция войдет в наш ум, это очень опасно. Шрила Прабхупада говорил, что Кришна-лила настолько странна, настолько необычна, что обычные люди не могут понять много из нее. И так или иначе, Шрила Прабхупада был очень строг. Сейчас я хочу доказать, что Джива Госвами Пад, его учение никоим образом не противоречило учению Рупы Санатана. И как это доказать? Лила, она вечна. И это Сиддханта. Лила is like Chaitanya Mahaprabhu giving example to Sanatana Goswami. Sanatan, Lila is eternal. Prabhu, how? Actually, Lila is like a circle, cycle. Вот Лила, она вечна. Она подобна кругу. Rotation by rotation in infinity brahmanda. Just now when I am speaking in front of you, by this time Krishna taking birth in some brahmanda. This time they are celebrating this Krishna's birthday today. Now, just now, Кришны, прямо сейчас. And to some brahmanda, Krishna now playing the lila, manifesting lila or kaliyana. Он являет лилу Какалия-нага. Он в какой-то брахманде, он... In any such brahmanda is there, where Krishna manifesting this Putana-лила. Putana, to give people Putana. Совершает другую лилу, Putana-лилу или еще что-то. In every fraction of second, you cannot секунды, discover, можете, you cannot не можете найти такую лилу, которая не присутствует как какой-то из этих бесконечных брахманд, вы понимаете? И таким образом, эта лила, она нити, она вечна. Может быть, на этой земле, на нашей брахманде, нашей земле, Кришна только закончил свою лилу, и вообще читание Махапрабху является после этого 5000 лет проходит почти. But you know for sure, вы знаете наверняка, что лила она вечна. Вы можете отправиться во Вриндаван, не найти там Кришну, как? But those Goswami, сознавшие себя души, которые получили милость Гуру и Кришны, они могут всегда найти Кришну там. Рупа Госвами Пад совершает баджан, он видит Радхарани. Джива Госвами Пад совершает баджан, тоже видит Радхарани. Санатана Госвами Пад совершает баджан, он везде видит Кришну. А мы можем купить билет на самолет, долететь до Дели, потом взять такси до Вриндавана, но по-настоящему войти во Вриндаван, это невозможно. Чтобы по-настоящему увидеть Вриндаван, нужно принять помощь от самосознавшей себя души. Нужно совершать намбаджан совершенным образом. Иначе нет возможности увидеть Кришну, увидеть Вриндаван. И вот таким образом, смотрите, во Вриндаване все растения, деревья, кустарники, они все совершенно. Латаусудина, значит, растения,
кусты. Удав просит: «О Кришна, я хочу родиться во Вриндаване какой-то травинкой, каким-то растением». This is my request. So you now you understand the valuation of one dust particle of Rupa Goswami. But it is more and more valuable than you can get. Какое значение имеет пылинка с лотоса стоп Рупа Госвамипада? Infinity material Brahmanda, you can put one side and you can put one dust particle Rupa Goswami. It is more valuable than infinity. Бесконечное число материальных Брахманд. So now you cannot understand. This point, what I mean to say, this is positive one. Вот смотрите, это есть позитивный мир, негативный мир, и поэтому любая часть трансцендентного, она больше любых бесконечных вселенных материальных. И вот смотрите, я хочу объяснить, что лила вечна. Вы понимаете это? Даже во Вриндаване и сейчас можно увидеть Кришну, как они находятся там. So it is called Bhauma Vrindavan. Bhauma. Это Bhauma Vrindavan называется. Vrindavan incarnate. Vrindavan coming here. In. То есть Вриндаван. This material world. Вриндаван is not the part and parcel of в этом мире. Вриндаван — это не часть какого-то материального мира. Вриндаван is there, is in UP. It is there in UP. Выглядит, что Вриндаван в Уттар-Прадеше находится. Если там отправиться, можно Вриндаван увидеть. Но Вриндаван, он настоящий Вриндаван. Он не находится в Уттар-Прадеше, он не находится в Харьяне. Вриндаван — это Вриндаван. Он полностью трансцендентен. Хотя с материальной точки зрения можно видеть, что Вриндаван в Уттар-Прадеше находится. И вот, смотрите. Вриндаван находится здесь, Шрила Бхактивинода Тхакур, в Даммахатме объясняет, что Навадибхам Вриндаван Дам, он так слегка связан с материальным миром, он как бы не... Но выглядит, что находится здесь. В Майпуре много отелей всяких против нечистых мест. А Голки Шрадас Бхавич Махарадж говорит, где нет ни одного, не вижу. То есть он видит только чистых преданных, которые находятся здесь и воспевают святые имена Кришны. То есть, ну, с точки зрения чистого преданного, это так. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что смотрите, ваш даршан несовершенен. Не может случиться так, что дама всегда чиста, если эти материальные люди, они... Эти материальные люди, у них нет никакой связи с Гаудия Матхом или с Дхамой. Майя Деви, она... Может быть, как-то Махамая как-то организует их чувство, что они думают, что они находятся в Вриндаване или в Навадвипе. А Йогамая, она помогает нам получить милость Кришны. И вот, смотрите, то есть лила, она вечна. Если мы соглашаемся с этим, что лила, она вечна, вы также должны согласиться с тем, что все Сакхи и Паракхи Бхава, она тоже вечна. То есть это Бхаума, Бхаума Вриндаван. Это Вриндаван, который снисходит сюда. Он not less than equal to, not greater than equal. Такой же Вриндаван. Those who are doing mathematics say no. Равен Вриндаване, он не меньше Вриндавана и не больше Вриндавана. Greater than equal. It is just exact. Такой же, как Вриндаван. Бхаума Вриндаван, Бхаума Голок. Бхаума Голок. Just equal to that Нитта Нитта Голок. Такой же, неотличный от вечной Голоки. It's just equal. Но точно такой же, вот Бхактивинода Тхакур объясняет, и какую разницу можно найти тут. Here, point is that there's big explanation. If I go on explaining, it will take too long time.
Если буду объяснять, это очень долгая тема. Вот в том, что Шрила Бхактивинода он говорит, смотрите, на Голоку Вриндаване, это вечное. Наивысшее место, и там нет там нет лила явления Кришны, но там Бхава чувствует, что Яшуда чувствует, что он мой сын. И это чувство, оно вечно. И в Голоку Вриндаване все Бхава, все те чувства, которые являются тут, они тоже там присутствуют. То есть, чтобы это все осознать, нужно получить больше милости от Саду и от Гуру, чтобы больше осознать его трансцендентные знания. И вот, такова лила происходит. То есть, лила та же самая, но происходит, но там нет камса, агасва, бхакасва, но чувство есть. Все гопи, они говорят, о, Кришна, мы идем к камсе, пожаловаться на тебя, хорошо, идите. То есть чувство, что камса есть, оно есть, а самого камса и прочих демонов нет. Но есть то чуть новое. Чуть чувство. То есть, что... И... Да вот там Дакур в своем киртане описывает, что... Горкисар Бхаджмай used to keep these two books. И вот Нарутам Дакур... Он написал эти две маленькие книги, и Гуркиша Сбабаджи Махарадж, Парахтана и Рама Бхактичандрика, Гуркиша Сбабаджи Махарадж всегда носил их с собой, и эти книги они могут вас довести до нашей наивысшей цели. Кришна Прабху, то есть этих двух маленьких книг более чем достаточно, чтобы обрести Кришна Прабху. Смотрите, там так много сиддханты, но не всегда получается все это обсудить. И вот суть в том, что Шрила Бхактивинода Тхакур говорит во Вриндаване, мы не можем... принять, что Кришна женится на ком-то, а Боумалиле это возможно. То есть, это как бы тоже вечная обитель, но там невозможно. То, что... This kind of lila is manifested this way. То есть это, only that kind of feeling is there. Невозможно, что Кришна женится. Manifests lila in Bhoma Vrindavan. Bhoma Vrindavan, то есть тут это возможно. One material. Take on material form. То есть там как бы есть чувство этого, это чувство, одно чувство здесь. That feeling take the form of some материальную форму, что внешне видно, что оно происходит. В другом разнице нет. И вот Радхарани, смотрите, вот Аян Гош, он Аян Гош, муж Радхарани, но не может так случиться. То есть, если нет той, соответственно, гопи, вот это Лолита, Висака, Чампаклата, и прочие, они все, у них свой муж, своя семья. They manifest in this kind of lila. Они такую лилу являют. Чайтанья Чайтамрита говорит, Чайтанья Чайтамрита говорит, что йога майя, она все организует. Кришна говорит, даже я не знаю, что случается. Чайтанья Чайтамрита описывается. Я не знаю, что случается, и гопи, они тоже не знают, что случается. Без их информирования, по милости йога майя, все случается. И вот даже йога майя, перед раса лилой говорится, вот Шрила Бхактивинода Тхакур в киртане пишет эти строки. О, йога майя, Кришна явила ту раса лилу по твоей милости. Поскольку йога майя от Кришны она не отлична, и Бхактивинода Тхакур из-за своей сильной любви он описывает таким образом. Что Кришна раса, твоя, ну,
Йога-майя явила, поскольку материя обусловленные люди, чтобы они не думали. Я никогда не говорю о том, что не было сказано Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. В моих руках есть такая связь, есть, ну, цепь на моих руках. То есть я всегда делаю все в строгом соответствии с Шрилой Прабхупадой, Шрилой Бхактивинода Тхакура. И вот смотрите, Бхактивинода Тхакура и Шрила Прабхупада, они дают такой же аргумент. И Джива Госвами Пад, он тоже для блага этих материалистов, материальных людей. Поскольку те материальные материалисты, они когда что-то думают, какое-то сквернение присутствует, поскольку их материальный ум нечист. Они слушают харикатху, может, наполовину чистоту они развили, но другая половина... Она осквернена, может, они на 80% очистились, но на 20% они осквернены все равно. И вот, если они что-то обсуждают о Кришне, то есть из-за того, что они недостаточно чисты, это осквернение, оно может... Ну, принести какие-то проблемы. Почему? Поскольку зависит от нашего положения. То есть, если мы обсуждаем Кришна Лилу, можем достичь с помощью этого наивысшей цели или наоборот, какие-то проблемы это нам принесет. А почему? А потому что все мы находимся на разных, на разном уровне. То есть мы согласны с вами баджану, сукрити, мы возвышаемся до какого-то уровня. It is written in Bhagavatam. И вот в Бхагаватам говорится. Сосо карье йо ништха сагунаха прикиртита випарьясту досаха. In Gita also giving. You have that much right. Что у вас есть право? You are not discussing Gita even. You like to chant. Гита — это такая основная философия, это фундамент. Без Гиты мы не можем совершать баджан должным образом. Мы просто будем разочарованы, мы не сможем делать то, что следует. То есть в Гите все описывается, кто шудра, брахман, у них есть свои права, обязанности, то до какого уровня не могут что-то делать. Tashyaham karta. I am doing everything. Chaturvarna ashram system to control this society very smoothly. I do it. То есть, so can, you have Кришна no right все это организовал, чтобы общество жило должным образом. Если вы посвящение получили, вы можете получить какое-то... Йога сутра. Вот это вот священный шнур. Second day you manifest vanity, you are with vanity. Well, now I am Brahman, so I can go to temple and worship. То есть, если вы думаете, что уже стали брахманами, пойти поклоняться в храме, совершать какие-то ритуальные действия, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, нет, вы глупые. Это второе посвящение, это как его уповита должна дана вам не до того, чтобы вы хотели обязанности брахманов совершали. То есть у вас нет права нарушать распорядок общества. И Шрила Прабхупада говорит, я даю эту яги-сутру для того, чтобы они были, по крайней мере, брахманами, пытались стать брахманами. Понимаете? И Шрила Прабхупада, его настроение таково, что он дает эту дикшу, эту Брахман-сутру,
чтобы хотя бы в этой жизни мы стали браманами. Если они не могут стать браманами, как они станут вайшнавами? То есть очень такая сложная сиддханта. Браман и вайшнав. Однажды был в Миднапуре, Балиганджи, такой спор. И Шрила Прабхупад начал говорить. Вишвамбара Ананда Девгасвами, он был президентом этого собрания. И Шрила Прабхупад был главным спикером. They have some prejudicial conception. И вот они, overbreak all siddhanta. Приводили свои аргументы, а Прабхупада полностью разбивали. They have the right to take Brahman initiation. Но кто имеет? Шаста говорит, что. They can get, and of course, if they have some, strong resolution, dibhagyan, if you can misuse, in that case you cannot be. It is one kind of medicine. Гайатри мантра, она подобна лекарству. Гуру Бхага говорит, что лекарство, кому мы можем дать это лекарство? То есть мы здоровые, то есть нам это лекарство не нужно. Лекарство нужно больным людям. For disease, I can apply medicine. Если мы болеем, то тогда нужно лекарство, так и гайтри, это лекарство. So Guru Bhargava giving Guru Bhargava дает нам гайтри, чтобы, по крайней мере, вы могли освободиться от материальной обусловленности и начали возвышаться в своем самосознании. Гайтри мантра может помочь вам до этого. Иначе... Without diksha, purushcharan, you can дикши, come out. Мы можем стать успешными. Если у вас есть 100% вера в Харинам. Я в прошлый день говорил об этом. И вот смотрите. In Boma Lila, в Бома Лиле есть Паракия Бава. Those gopikas, they are leading their family life at the same time. Поскольку эти гопи, они живут своей семейной жизнью и ходят на встречу с Кришной, это как бы незаконно. But in scripture, I can give so many. Но в писаниях мы можем найти много примеров. Это долго теория. Следующий раз я расскажу. Gopinam tat patinam cha sarvesham eva hidin sarvesham evam dehinam. Gopinam. Inside gopis, or inside the heart of all the husbands of all those gopis, gopikas, all self внутри сердца, мужа этого гопи Кришна находится там в форме параматмы. Jantas charaha swadhyaksha kirana neha deha bhai. And all other sloka I can discuss after. Very long discussion. То есть это долгое обсуждение. So now, actually, Sukadev Goswami. И вот Шукадев Госвами. When? Когда он? When? He said Parikshit Maharaj expressing some doubt. It is one kind of lila to break our. Когда он объяснял Бхагаватам, Парикшит Махарадж, у него возник вопрос, возникло сомнение. Он спрашивает. Гурудев. О, Гурудев. Атто кама ядупати хи катавану вай югупситам. Ядупати. Что Кришна самодоволен, самоудовлетворен. Зачем он идет, встречается с женами чужих мужей? Это нехорошо. И Шукадев Госвами говорит, что случилось? Что ты думаешь? Для Кришны нет ничего незаконного. Это для вас незаконно. Для обусловленных душ, но для Кришны все можно. У него нет, он сам Верховный Господь, Верховный Авторитет. Верховная личность. И шесть видов достояний у него есть. Все находится в Кришне, он полностью самодостаточен. И вайраги также, все отречение в нем полностью присутствует. So now point is вот сейчас суть в том, что, смотрите, Кришна, он встречается с женами гопов, других. Но гопи, они жены разных гопов. И Шукадев Госвами говорит, нет, это не совершенный даршан. Джоантас чараха свадьякша кирана неха дьявад.
Inside everybody Krishna sits. Поскольку внутри всех Кришна присутствует. Who is Govardhan? Who is the husband of whom? Nobody. То есть кто, чей муж? You cannot find any husband therein. На Голоке Вриндаване нет никаких мужей. То есть, Бома Вриндаване только эта Бхава, она принимает форму какую-то материальную мужа. В этом случае можно даже сказать, что эта Бома Лила более интересна. То есть это такая земная лила более интересна, поскольку много всяких препятствий. Я хочу объяснить, как Джива Госвами Пад для блага обычных людей, которые не могут понять настроение чувства Кришны, как он объясняет, что хотя это паракия, но свакия, но он объясняет, в общем, таким образом. Махарадж постепенно приводит множество доказательств праманов, сказанных в Писании. А что сказать о Расалиле, что Кришна танцует со всеми гопи? Как вы можете не можете понять, кто гопи на самом деле? Из Брахма Самхиты, из прочих писаний, из Бхагаватам я могу привести свидетельство, что мы читаем Бхагаватам, но не видим и не понимаем этого. Я могу показать тут конкретное свидетельство, что бесконечное, что Джива Госвами Пад, он столько дал нам, что мы за бесконечное число времени мы не можем отдать, отблагодарить ему, отплатить за то, что он дал нам. Таков велик его вклад. И вот мы можем принести наши полные распростертые поклоны и выразить нашу благодарность Дживе Госвами Паду, но нам нечем отплатить. Мы очень бедны. У нас нет должного развития. И вот я хочу больше обсудить вот это Ачинтья Бхеда Бхеда Сидданте и в следующий раз. Я более глубоко затрону. На сегодня также день ухода Шрилы Джагадиш Пандита. Джагадиш Пандит — это вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Он жил в Майпуре здесь. За Йогапитхом. Йогапитх — это там, где жил Махапрабху, это его резиденция. И вот рядом Хираня Гавардхан, его дом был там. И вот Чандрахас Сакхи. Его жена была Дукхини Ма. Это долгая тема для обсуждения. И вот, если Кришна благословит нас, мы можем обсуждать далее, но времени не хватает. Времени мало. И вот я не могу, к сожалению, каждый день приходить, извините. Сегодня, я думал, что холодно, там никто не придет. То есть Махарадж может раньше прийти, но тут достаточно холодно. Идти темно, проблем на многим прийти. Такое время в 3 утра. И вот, в тот день, когда я только вышел из этой комнаты, я сразу вспомнил шлоку. So now you have any question about вот my discussion? Вот если вопросы есть, какие-то задавайте. If you have no question also, because I am giving solution, I am putting question. Поскольку я даю вопросы, отвечаю на них, потом. If there's any doubt, you can speak with full blessing of Chaitanya Mahaprabhu and full blessings from audience. I mean, you all are hearing me. So I am getting benefit out of that. This is one kind of bhajan. И вот это тоже bhajan. Шрила Прабхупада говорит, это наивысший bhajan, чтобы вы даете мне возможность совершать совершенный bhajan. That's why Кришнадас Кавирадж Госвами, worshiping the lotus feet of all audience, он поклоняется тем, кто слушает.
поскольку они дают мне возможность служить Кришне через Вани Севу, через памятование Его. Maharaj, maybe next time you can, because we also hear, we forest sings with Dham, that I speak for myself, I'm not really fully clear, because there are so many things. So all this Abrakat, Prakat, Nitya, Naimitik. You go on discussing this point. Sing. And also maybe you can, because we heard there, и вот мы слышали, что Махапрабху находится вечно в нити ли, вечной лили. Ну, и разные, ну, сказать, проявления, разные ипостаси и прочее, прочее. Он просит это все объяснить в будущем. Вот спрашивает, нужно ли молиться Йогамайе или нет. И Махарадж говорит, да, мы должны молиться все время. И вот Намаджи спрашивает, это относится к Дургапудже или нет. Но, вот, и вот Махарадж говорит, что на Параматале, там Сиддапит, Параматала. Это Курадеви Йогамайя Моракри Пакори. Вот на Бенгали Шрила Бхактивинода Тхакура написал этот киртан, что перед материальными людьми она являет себя как Дурга, как Махамайя. То есть мы тоже молимся ей как Курадеви Йогамайя. А когда Йогамайя видит, что у вас есть желание в вашем сердце, она является как Йогамайя. То есть когда вы достаточно чисты, когда у вас искренность, она является как Йогамайя, а материалистом как Махамайя, соответственно. То есть в первом случае она помогает нам получить милость Кришны, во втором не помогает. Вот. То есть Махамайя — это тень Йогамайя. Если она стоит перед солнцем, перед источником света, то тень естественным образом образуется. То есть если бы не было бы Йогамайи, Махамайи бы тоже не было, поскольку это всего лишь тень. Шрила Бхактивинода Тхакура объясняет таким образом. Если бы не было Йогамайи, то и тени не было так же. Йогамайя — это изначальная причина. Если Йогамайя есть, то и ее тень, Махамайя, она тоже